Встретился с премьер-министром, осмотрел канатную дорогу, пообщался с местными татарами. Рустам Миниханов с рабочим визитом находится в Турции. Деловые встречи в Анкаре, бизнес-переговоры в Стамбуле. Один инспектор ДПС погиб, второй в больнице. Минувшей ночью в Казани водитель БМВ не подчинился требованию полицейских остановиться и попытался скрыться. В момент задержания иномарка протаранила патрульный автомобиль. За рулем находился ранее судимый казанец. На Зеленодольском заводе имени Горького сегодня заложили два прогулочно-экскурсионных пассажирских судна. На церемонии присутствовал Алексей Песошин. На кораблях установят системы кондиционирования и отопления, а также систему аудиогида на 5 языках.